Видео с его участием набирают в интернете тысячи просмотров. Последнее, где Виктор Якимков играет на гармошке пациентам краевой больницы, оценили более 30 тысяч человек. И это только пользователи социальных сетей. Человек-душа, так его называют многие. Моя коллега Елена Заздравных встретилась с гармонистом, который влюбляет в себя с первого взгляда. После ужина у пациентов краевой клинической больницы начинается терапия. Музыкальная. В программе народные песни военных лет «Частушки». Заиграй, моя гармошка, заиграй-ка на весь край. Я возьму воду и поеду фестивалить на Алтай. Гармонист Виктор Якимков приехал на лечение из Рубцовска. И как же не прихватить с собой любимую гармошку? Без гармонии я жизни не представлял. Виктору Михайловичу 63 года. Сколько себя помнит, всегда играл на гармошке. Без музыки даже на работе не обходился ни один обеденный перерыв. Отрудился он в разные годы на стройке и на литейном заводе. А что уж говорить о городских праздниках. Там Виктор Михайлович – частый гость. Душа компании, так о нем говорят многие. Впрочем, и свою гармошку он называет ласково – душа моя. Вот эта красавица у меня и специальный заказ из Тулы. Из Тулы. Тула, где выполняла заказ мой специально. Это мне супруга подарила на 60 лет. Да? Гармония. Не могу без ней. Поклонники у Виктора Михайловича есть не только в Рубцовске. Видео с его участием набирают тысячи просмотров в интернете. Фан-клуб гармониста теперь появился и в Барнауле. Настроение создает, здоровье прибавляется у всех, потому что весело, просто весело, замечательно. Мы его все уже треть, сколько мы здесь лежим неделю, мы его слушаем с удовольствием. Очень отличное настроение. Каждый вечер мы как будто вообще, не знаю... Тепла много идет, добра, энергетики, позитива, настроения хорошего. Просто, знаете, душа летает и быстрее выздоравливается. Виктор Михайлович говорит, дарить хорошее настроение – теперь его призвание. Ведь каждый день должен быть наполнен улыбками, и душа должна петь всегда. Незабудка, незабудка, в сказке живу как будто, и тебя я незабудка. Не забуду никогда. Елена Заздравных, Александр Морозов. Новости.